Привет, Иксик, ты изучаешь план строительства дома? Отлично, значит сегодня мы будем строить дом. Итак, с чего начнем? Сначала устанавливается фундамент дома. Понятно, беремся за дело. Фундамент установлен. Какой следующий этап? На фундаменте выкладывается ровная кирпичная кладка. Кирпич к кирпичу, возводим стены будущего дома. Порядок. Молодец, Иксик. Что теперь? После этого устанавливается крыша дома. Для установки крыши нам потребуется строительный кран. Здорово! Крыша успешно установлена. Теперь в проемах стены устанавливаем оконные рамы и стекла. Готово! Спасибо тебе, Иксик. Отлично у нас получился дом.